Ну что же, дорогие зрители, всем снова здравствуйте. И последняя серия B2 сегодняшнего дня, BTS Pro Series. Также отдельное спасибо нашему спонсору, партнеру Monster Energy за поддержку. И последняя серия, Beast Coast против Business Associates у нас играют. Первая карта, пикебаны на ваших экранах. Фурион и Clockwork на данный момент от Beast Coast против Лондруида и Witch Doctor. Сегодня мы уже видели, как раз предыдущая карта была с Лондруидом в миде. По-моему, кстати, Лондруидом также открыли в первой фазе, то ли на первый, то ли на второй пик. Как бы говорят, давайте, контрите нашего Мишку. Законтрить его, на самом деле, очень непросто, если у него с фармом все очень здорово. Но на предыдущей карте через Некрофоса получилось это сделать. И, как мы видели, отдал просто огромное количество медведей, подарив просто сумасшедшее количество золота, как бы это ни звучало. Фурион вместе с Клокверком. Это уже можно сделать определенные выводы, что в теории у нас есть неплохой пуш-потенциал, плюс у нас достаточно пик мобильный, условно, где-то появляется Клокверк, улетает с помощью хукшота, туда прилетает Фурион, и получается хороший такой ганг-потенциал. Бизнес осовшается, отвечает Лондруидам и Вичи-докторам. Тоже в теории достаточно ранний потенциал, потому что, очередь, ну, опять же, с Мишкой кушать крайне герой. Приятно. Плюс здесь Мишка под хилом Вичи-доктора в теории будет. Ну, даже там хилу в двоечку, это уже, согласитесь, достаточно приятная вещь. Усиливают тоже свой ганг-потенциал, как бы это ни звучало. И, опять же, Эрспирит, на мой взгляд, он максимально близок к Клокверку. Сейчас очередь объясню, что я имею в виду. То есть Клокверку нужен шестой уровень, чтобы врваться. Здесь же Эрспириту даже этого не нужно. Можно сразу там вкатываться и какой-то экшен на карте создавать и до шестого уровня. Батрайдер, урон. Опять же, контроль через БКБ и тоже очень неприятный герой, которого ловить пока. Ну, кстати, вот если это Батрайдер... А это Батрайдер еще, скорее всего, кор. Ну, предполагаю, что это будет у нас тройка. Но очевидно, что Witch Doctor и Spirit мало, вероятно, осталось, что кто-то из них фармить будет. И если на предыдущей карте там Чен был осталось тройкой, то секунд. Здесь, я думаю, что такого не будет. И у нас Батрайдер будет полноценной третьей, либо еще, кто знает, второй позицией. Но все-таки я предполагаю, что Батрайдер будет тройка, Лондруид пойдет в мид, и Business Associates должны добрать себе кого-то, кто будет, если что, либо вносить какой-то мгновенный урон. Ну, в любом случае, первую позицию. Beast Coast, понимаю, что им придется сражаться, возможно, с героями, когда они пойдут очень рано на ХГ, очень рано пушить, берут себе Winter Wyvern. Она в целом здесь неплохо может сработать, и неприятный герой, достаточно часто на самом деле появляется. Кстати, сегодня, если не ошибаюсь, первый раз. Она очень хороша против быстрого фастпуша и вообще пуша, и идеально заходит против героев наподобие Ликантропа, там, Бестмастеров и что-то в этом духе. Ну, здесь, конечно, Ликантропа и Бестмастера нет, но зато есть Лундруид. Так, соответственно, пятерка Винтер Верна, Клокверк четверка, Фурион, как я понимаю, третья позиция. Очень, кстати, мне интересно, как в Америке будут играть с Фурионом. И вообще, вот пойдет ли Фурион через ауры, какие-то там алебарды, либо это будет какое-то что-то через Орчид, Шадоублейд. Ну, это правда интересно. Плюс появляется Фантом Лансер. Кстати, это такое же решение на предыдущей карте у нас сделали. Да, соответственно, они взяли против Лондруида Фантом Лансера, ну и ПЛ в итоге это победил. Посмотрим, что у нас будет сейчас. Осталось 10 секунд. Соответственно, у нас Beast Coast стоит, должны добрать себе первую позицию. Ну и Business Associates должны добрать себе, как я понимаю... простите, очередь, пожалуйста, вторую позицию и первую героя. Позицию для Business Associates. Потому что вот здесь Лондруид. Двойка, Трейдер тройка, раз четверка, ВД пятерка. По идее, должно быть так. Хотя вообще, опять же, я все время оставляю как бы момент, возможность для первобучной в плане осталось того, что сейчас секунд. Очень разнообразные пики, и по линиям команды, которые секунд. Там
не настолько там популярные, условно, на предыдущих картах мы первые игры вообще героя. Ребята играли этим составом. Очень сложно угадать, что они захотят пикнуть, либо чем они условно играют. То есть ты видишь Бристлбека и Котла и говоришь, что они идут на одну линию, но они просто потом расходятся по разным линиям, и тут уже ты, в принципе, уже не вообще ни в чем не уверен. Это знаете, как там появляется условно какая-то луна с виспом, висп идет на другую линию, что-то в таком духе. Осталось 5 секунд. А висп вообще там кор. У меня, кстати, была такая тоже игра, но самое забавное, что там человек вообще до этого не играл в официальных матчах на виспе. Но тут прям забавно. Знаете, я думаю, такого одного известного игрока, как Старый Бог, он, кажется, у него ник, вот он очень здорово это играет на виспе. Я специально потом посмотрела там нарезки с его играми, чтобы понимать, насколько как сейчас вообще ведут себя на виспах корах. И даже вот кто же очередь играет и выигрывает до сих пор. Легионка. Ну, то, что после Бетрайдера возьмут легионку, и она здесь еще и против Лондруинда неплохо смотрится, плюс она неплоха для отпуша. Пик, на мой взгляд, очень хороший. То есть у нас, с одной стороны, был Бетрайдер, его приходится, вот как же, опять же, сегодня была такая же ситуация, Бетрайдер взяли на четвертый пик, и на пятый пик появилась осталось легионка. Такая же история, Бетрайдера берут на четвертый пик, и появляется легионка. Сегодня прям такие флешбеки по играм. Ну, и Вич-Доктор у нас сегодня был, и Клокверк. Только добавилась Виверна в этом пике новенькая, Фурион и Распирит до этого не было. Остальные все герои уже сегодня показывались. Ну, и Эмбер Спирит тоже сегодня был. Притом был он сегодня на двух позициях. Он был на второй позиции в миде от Evil Geniuses и был на четверке. На четверке, кстати, он выиграл. А и на Эмбер, на первой позиции он на второй позиции, когда тоже выиграл. Да, Evil Geniuses он как раз выиграл. На Кунке первую проиграли, когда играл. Бомфилд. Ну, здесь, я думаю, что игроки уже для вас более известные. Во-первых, хочется отметить, наверное, странно все Крислака. Думаю, что многие знают. Я лично очень много комментировала, играл с Кофилда. Бесконечность играет без коста, как мне уже кажется. Ну, а по поводу бизнеса Associates, здесь, наверное, какие-то излишние комментарии Eternal Envy. Ох, вообще, я постоянно читаю в интернете, во всех соцсетях, типа Твиттера, там, Реддита, там, даже каких-то русских источников, огромное количество хейта в его сторону. Очень интересный игрок, своеобразный. Изначально, помню, была такая история, когда были еще времена Старладера, Старсерии. Я думаю, что, может, еще кто-то есть с тех самых времен, когда это был самый-самый, наверное, ну, не интернешнл, но, тем не менее, один из самых престижных турниров. И вот там была такая история, после которой пошло, что Eternal Envy такой очень ЧСВшный, после которой он вышел из туалета и не захотел там пожать руку и сказал, что вот хочу, чтобы у нас были там отдельные условно уборные для того, чтобы... потому что он там себя неловко чувствует, когда выходит из туалета, и все стараются с ним сфотографироваться, им нужно было от туалета дойти до сцены, где все игры проходили, и все после этого стали говорить, что вот, Eternal Envy такой не очень, такой он, мол, ЧСВшный игрок, и что-то в этом духе, хотя вообще он просто очень откровенно говорит о своих каких-то предпочтениях в плане, допустим, он должен пройти вот эту вот вещь, и ему неловко отказать какому-то фанату в том, чтобы там пожать руку человеку. Он, мол, хочет пойти с чистыми руками и там сесть. У него такая традиция была, то есть он всегда перед тем, как сесть на компьютер, вот именно играть, он всегда мыл руки. И ему вот максимально неприятно было, что ему потом после вот выходить нужно постоянно, соответственно, с кем-то здороваться, а отказывать не хочется. То есть
причина была благородная, но потом это все так преподнесли не очень хорошим образом, мол, он такой вот ЧСВшный, не хочет с фанатов видеть, не хочет с ним фотографироваться, обниматься и так далее. Пока вот у нас такая пауза, я решила вам рассказать такую историю про него. На самом деле, наверное, не самая известная история, поэтому думала, такой интересный факт. Хотя вообще он... Правда, как в плане игрока, очень многими мувами прославился и смешными какими-то, когда там то и забашит, то он там на Рошане очень забавно умрет. Я думаю, что все эти ролики смотрели. Но, тем не менее, я об этом игроке до сих пор, как бы это ни звучало, даже какое-то хорошее мнение. У него были и гениальные игры, где он очень много айтем-билдов здоровских в свое время придумывал, и изначально все над ним смеялись, когда он придумывал какой-то прям такие супер странный билд. Ну, я не могу сейчас, на самом деле, привести пример, вот просто было это уже очень давно, когда Этернал играл в таких там командах не в прошлый раз Cloud9, а именно когда он там начинал играть, и когда вот он еще тащил. Но, тем не менее, это выглядело прям таки очень своеобразно, и все, вот, опять он собрал какую-то ерунду, комментаторы тоже все, за что же собираешь, аналитики, ай-яй-яй, какой плохой, а потом так стали играть все. И вот потом уже на него не так ругались. Но были у него и правда очень странные действия, когда он там отказывался БКБ собирать против героев, которых там полностью у всех станы и так далее. И за это, конечно, его и ругали. Но я про то, что говорю, что не стоит к этому игроку относиться настолько плохо, потому что и плюсы у него определенные были, и гениальные какие-то мувы тоже за ним были. Понятное дело, что со временем очень многие игроки, которые играют очень долго, наверное, я бы сказала, что процентов 90 игроков начинают играть хуже. Это даже не только потому, что они там начинают меньше играть или что-то в этом духе. Просто как иногда ты устаешь от доты, иногда тебе сложнее сметы на мету, смена команд. Это в любом случае на тебя как-то влияет и так далее. И вот даже если даже сейчас посмотреть на Tier 1 составы, то до сих пор держатся только игроки, которые... Ну, наподобие Пупея. Пупея — это вообще отдельная история. Там Куру — отдельная история тоже. Сейчас вообще взгляд на доту, кстати, очень сильно изменился в последнее время, как мне, опять же, кажется. Пока паузу, можно было как немного поговорить. В плане после феномена Аджи, наверное, так это стоит назвать. Потому что если раньше игроки, наоборот, старались играть вместе, пытались, по крайней мере, играть вместе как можно дольше, чтобы нарабатывать сыгранность и так далее, то теперь Аджи такие показали, что можно там не играть весь год, а потом за 3 месяца приехать на ДНТ и выиграть его. И это, кстати, не знаю, на мой взгляд, это даже не очень в плюс для многих команд, потому что все... Но это Аджи, это их магия. Не знаю, как это работает с другими. Так, а теперь уже поближе к игре. У нас как раз самое интересное начинается. Время близится к баунти рунам. Так, одну секунду. Простите, пожалуйста, одну секундочку. Все. Пришлось вернуться. Посмотрела, что по графике вроде все неплохо. Каски. Фир сейчас обеспечивает ферстблад для своей команды. Как говорится, против касок. Притом они здорово пришли втроем. Вообще, вот если, помню, были очень интересные матчи в Китае, я думаю, тоже многие из вас смотрели, когда все команды приходили, захватывали мосты, перешла потом команда в пятером один раз и отжала аванпост, убила троих, и после этого с аванпостами как-то поинтереснее стало. То есть там вообще очень много все стали за этой командой повторять. Но здесь они также пришли втроем, даже не на аванпостах в целом, а просто подловили, оформили для себя ФБ. Фир отправляется на легкую линию. Здесь с ним находится Му. По поводу Му, его смены позиций, да, очень многие, когда он еще играл с Резолюшеном, помните, как раз ругали его за слишком большую любовь к фарму на сложной линии. Тогда он пересел на первую позицию, потом там опять менялся. Но хочу сказать, что вот когда я последний раз комментировала игры ему, он стал играть в
тысячу раз лучше, чем тогда. Теперь мне интересно, опять же, очень долго за ним не смотрела, и интересно, как он себя покажет. У нас, во-первых, небольшое изменение, то есть я изначально говорила, что, скорее всего, Фурион у нас будет тройкой, а, соответственно, он отправляется в МИД, плюс Легионка отправляется на топ, и самое главное, что именно Эмбер Спирит в МИДе, Лондроид на легкой линии. И здесь же, кстати, вот хочу отметить, что, если даже сравнивая с Китаем, Эмбер очень редко в Китае находился на миде. Чаще всего он ходил на легкую линию и быстро выносил Spirit Vessel. Вот это практически все игры были. И когда он так не делал, он ходил на сложную, на третью, четвертую позицию. Чаще всего, кстати, даже четвертая позиция. И все равно старался выносить Spirit Vessel. Ну, если в команде никто не мог. Мне очень нравится эта мета, где коры собирают не мидасы, а условно урны и пытаются драться, и это дает больше экшена на карте. Я думаю, что и зрителям такое интереснее наблюдать. Я уже сегодня про это упоминала. Но я думаю, что те, при ком я это упоминала, уже отправились спать, потому что у нас какой уже час стрима? 9 час стрима, получается. Да, уже 8 часов прошло. 9 час стрима. Это... Фух, да. Получается, где-то 10 часов 10, условно. Многовато. Для соло-комментирования, поэтому не ругайте, где, если я где-то ошибаюсь. Когда комментируешь в паре, в этом плане немножко проще, потому что твой сокастер вообще идет диалог, и меньше всяких вылетают «э», «б» и «м». Так вот, например, немного сложнее, но... Тем более 10-9 час уже соло разговаривать. Немножко могу ошибаться, так что не ругайтесь на меня. Вы все равно будете, но ладно. Что ж тут поделать? Угу, сразу. У нас... Ну вот, кстати, не знаю, почему очень многие сейчас агрессивно настроены против Дэнди, против его команды. Опять же, заходишь в комментарии и просто увидишь кучу негатива. Один из самых добрых игроков создал организацию в Доте, которую, я думаю, что он будет вести так, чтобы игрокам было там комфортно, никому не мешает, играет человек, занимается любимым делом, явно никому... ничего плохого не делает, даже если там проигрывает, выигрывает, вообще какая разница, он будет давать игрокам шанс играть в их любимую игру, получать за это деньги. Не знаю, странно, ребята, так. Дэнди максимально позитивный человек, который, не знаю, по-моему, с ним вообще никаких скандалов практически не было, даже те, которые были, это вообще какая-то полная ерунда. Он столько сделал для Доты, столько сделал для продвижение Доты, столько подарил эмоций, вот самое главное, я думаю, что опять же старички вспомнят, когда это было так весело же наблюдать за этими играми, ты прям болел настолько сильно, хотя эти люди где там по факту никто, ну вот я-то их знала, именно они как знакомые были, как друзья, поэтому мне вообще было сложно, а представляете, там люди, я посмотрю, болели, это уже очень здорово было. Не знаю, почему, как можно не любить человека, который тебе сделал только подарил хорошие игры. Понятное дело, что когда-то ты в любом случае то немножко лучше играешь, то хуже, и... У Нави были такие винстрики, о которых, наверное, ни одна команда не может похвастаться. Ну, ни одна команда, понятное дело, что и их рекорды тоже побили, но тем не менее. Просто
просто сейчас Dota для многих это как бы больше средство заработка и так далее, поэтому уже зачем хейтить, если человек вам точно плохого ничего не сделал, он занимается любимым делом и больше ничего, и не лезет ни в чью жизнь. Сам собирает команду, дает какой-то шанс людям. Это очень круто. Чем больше организаций, тем больше турниров, тем больше зрителей, тем больше интереса, тем больше возможностей у новых игроков, неизвестных, как-то пройти в мир Доты. Это только плюсы, чтобы даже если он попадет там в его команду, даже если у них не пойдет, если он будет хорошо играть, его заметят. В любом случае заметят. Так что не ругайтесь на людей. У каждого своя история. Особенно на людей, которые что-то в Доту приносили и развивали ее, когда многие еще вообще об этой игре не знали. Так, а теперь будем смотреть на игру. Наконец-то пауза подошла к концу. Не разлись кому сколько пауз и так далее. Основное. У нас миди 8-2 у Эмбер Спирита, 8-1 у Фуриона. Против Фуриона в любом случае даже Эмбер Спириту не так комфортно стоять. Опять же, Фурион по стандарту приобретает себе Блайдстоун. И начинается вот это удары, минус армор. Неприятно даже, вот, смотрите, Эмбер по читам, как ему больно. Но по регену есть 2 тангуса, поэтому с регеном пока проблем особых нету. Единственное, неприятно, что крипы так подходят на ХГ к Фури, и тебе подходить Эмберу спириту не очень удобно. На топе Лондруид пока максимально хорошо добивает крипов. 13-2. Му с контролем никаких проблем не имеет. Он постоянно играет на героя с сумонами. И играл еще в времена, опять же, команды с резолюшеном. Бестмастер был один из его самых популярных героев. Вот, кстати, на предыдущей карте вы видели сборку Лондруина. Сейчас посмотрим, что будет собираться у нас Му. Вич-доктор. С Верстбладом. Поэтому у него уже тут... По регену должно быть, ох, замечательно. Бер себе фласку несет. Спирит. Хотят попробовать на Фурион напасть. На самом деле идея очень неплохая, потому что если изначально получится его неплохо прохарасить, придется Фуриону делать ПВ и ТП. И здесь сделали идеально. Сбили телепорт. Фуриона расхарасить. Фуриона крайне приятно убивать в миде. У него нет никакого эскейпа, и с Эрспиритом, и в комбинации с Эмберспиритом это делать максимально здорово. Сейчас Эрспирит сделал все идеально. Вкатился за спину, вытолкнул, сбил Эмберспирит телепорт, и вышло просто максимально здорово. Единственный минус, наверное, в этой ситуации, это только то, что... Фурион может быстро вернуться. Отличное перемещение от Фира. Видели, что Eternal Envy изначально стал стрейфиться в сторону, где его встречал саппорт, где шла поддержка. И, соответственно, сейчас вместо того, чтобы погибнуть, он делает еще и фраг. Казалось изначально, что вот-вот он ошибается, возможно, там идет, как-то попытается подняться на ХГ с этой стороны. За ним пошли, и Винтервивена погибает. В принципе, на второго уровня, поэтому не особо много взяли, но, тем не менее, она сейчас телепорт в кулдауне, соответственно, ей придется достаточно долго там возвращаться на линию. Здесь, кстати, не особо нужно, чтобы она возвращалась, потому что как раз подошла большая пачка крипов, и легионка вот с ней разбирается, хочет соло экспириенс этот взять. У легионки, кстати, для сложной линии, я считаю, что все очень даже неплохо, у нее 23 крипа, если учесть, что 26 у Лондруида, отлично. Вич-доктора здесь должны забрать. Легионка, разумеется, еще не 6 уровня. Ручками-рубчиками. Фир. А вот тут сапог, конечно. Это очень хорошая вещь. Но будет пытаться легионка идти до конца. И, как вы видите, поздновато медведь пришел на выручку своему саппорту. Но, тем не менее...
тем не менее попытался. Из плюсов это то, что легионка много времени потратила, чтобы убить этого самого ВИЧ-доктора. Ну и, соответственно, какое-то время там лондруид стоял, и ему не мешали. Хотя по крипстату вроде бы у него все неплохо. Хотя, укрепить. Знаете, еще стоит отметить, что все-таки у Белла чуть получше дела. Я знаю, что щит не дает армор. Спирита. Разблокирует урон. Таками. Флеймгард. Поглощение урона. Магический урон. На потычку он вообще не защищает. А Фриона там, правда, магией. Неправильно сказала. Клокер третьего уровня был. Шестой. Батрайдер тоже скоро шестой. Опять же, враг здесь будет по стандарту делать травала. Кстати, в этом плане у Business Associates имеется очень хороший плюс, потому что Батрайдер будет летать и, по идее, должен будет потом Фриону доставлять большое количество проблем. Смотрим на легионку. Легионка, вижу, по ХП просела, но вроде бы жить Виспер будет, и все у него хорошо. Шестой левел как раз взял. И в целом, если они как-то Фира подловят, то можно будет что-то делать. Но здесь Фир сам обходит. Притом у нас находится здесь также Эрспид. И под Меледиктом Виспера в любом случае должен забрать. Только вот посмотрите, сколько героев прилетело на поддержку. И Фурион прилетел, и Клокверк. И если они уж не убили даже ВИЧ-доктора, то хотя бы Мишку. И даже Мишку не получается. Отправляет еще своего медведя на базу. Но, возможно, за это накажут Фира. Отличный бодиблок от Фуриона и его энтов. Ну и, соответственно, Фира все-таки в итоге забрали. Это, по-моему, вторая его смерть. В принципе, для саппорта пятой позиции это не критично. Переключаемся на нетворсы. И на нетворсах у нас Фурион на первом месте. Что достаточно интересно. Так, Эмбер. 3200. Дабл дэмэдж. Уже показывает нам Этерлановый через, что он планирует собираться. То есть это будут молнии. Опять же, больше фармить. Против Фуриона, кстати, молнии отличное решение. И потом у нас Юл. Юл, я думаю, для выживаемости. Ну и в любом случае. Вон. Интересно, как будет собираться Фурион. Будет это Bloodmail, будет это Orchid. Bloodmail, кстати, ранен на Фурионе. Очень здоровская вещь. Опять же, по стилю Queen of Pain, которая очень много играла сейчас через Bloodmail. Для энтовиков это отличный артефакт. Сама вот не играю на Эмбер Спирите, и сразу чувствуется, помню, поглощение нижнюю урона, но забыла, что это поглощение атакует. Урона магического. Прекрасное место. Эрспирит. О, какая атака у нас на Винтерверну. Но, честно говоря, здесь Эмбер вместе с Эрспиритом далековато засли. Эмбер-то сделал телепорт, а вот Легионка, если доберется до Эрспирита, могла бы дать дуэли, и это был бы плюс урон. Но Снейкинг в итоге перетащили огромное количество игроков, героев, и, соответственно, еще и развели. В итоге Эрспирит выживает. А вот Батрайдера подловили, но дуэль не выиграют. Бракс не стал тратить лассо, здесь бы Винтерверна в любом случае добила, если он даже в Легионку бы дал лассо. Поэтому правильно, конечно, сыграли. Вот эта попытка забрать аванпост не увенчалась успехом. Здесь аванпост достается у нас Дайер, соответственно, боте, Рейдентом. Все по аванпостам одинаково. Смотрим на Пэла. На Пэла, у которого уже Яша. Опять же, мы сегодня видели Пэла. Также он собирался через Fast Mad Style. Дальше у нас были диффуза. И дальше, как я говорила, уже была Тараска. Ну, Тараска, опять же, это был конкретно в той ситуации, потому что они там салат выигрывали. Здесь мне почему-то кажется, что
третьим артефактом как раз выберет немного другое. Хотя, кто знает, потому что пока у него стоит Тарасочка. Что, опять Тараска вернулась, когда я этот момент упустила? Насмотришься Китай? Ну, в Китае точно все время бабочка была. Вообще ни одной Тараски. Там было даже Скади, там был Описал, но не было Тараски. Так, Тараску же не отдали. Нижнюю башню сил света атакуют. Нижняя башня сил света разрушена. Андроид. На предыдущей карте тоже силы через Москов Мэнс сыграл. Что у нас на топе? Нападение на Эмбера. И будет ли Легион дуэль? Не будет. Успевает среагировать. Еще Death Ward от Witch Доктора. Клокер пытался к нейтралам подойти. Вдруг бы получилось задонайться, но без вариантов. Меледиктом там никуда. И Винтервиверна сдается. У нее вообще не было маны на ультимейт. Стики были уже использованы. Даже ультимейт, я думаю, что маловероятно здесь бы как-то ситуацию поменял. И отличный замес для Business Associates. Забирают Клокверка и Винтерверну. Опять же, тут даже самое главное не в том, что они двух саппортов убили. Все-таки это не критично. Саппорты, у них торс небольшой. Но важно то, что они одефали свой тавер. Ну и, конечно, то, что Легионка не выигрывает первые свои дуэли. Верхнюю потому что вот это очень важный момент. Не нафидить Легионку, чтобы потом она в соло не убивала того же самого Эмберспирита и в принципе, Бэтрайдера, который еще тоже будет летать по карте. Так, Бэтрайдер, кстати, уже с стрелами. Эмбер. Джевелин. Мишки уже должна в Mask of Madness прилететь, так она и есть. И сами хотят попробовать подпушить тавер. Ну и под Mask of Madness практически у нас погибает Этернал Энви. Не хватило урона, вот буквально бы... Чуть-чуть еще фокуса какого-то, но далековато здесь у нас находились остальные. Да и в целом, в любом случае, Дороговерный не унесешь урон. Поэтому, скорее всего, Тарлайн бы и так выживал. Но это теперь... Это тоже, можно сказать, с одной стороны, минус, что ульту Винтервиверна потратили, но у нее не такой большой кулдаун. А вот то, что она одефала этим ультимейтом тавер, Т1 и не дала, ну, в принципе, миллион раз говорили, но я все равно это всегда повторяю, стратегически тавр миди, он максимально важен. И, соответственно, потом у тебя больше пространства на карте, ты еще можешь здесь что-то подфармливать, как-то здесь попытаться цеплять, отсюда заходить. Ну, если там больше людей на топе, у нас размен Вич-Доктор на Легионку и Фуриона, скорее всего, еще заберут Клокверка, перетяжку от Арналави, и, как вы видите, даблкил у нас для Бракса. Вот это уже гораздо более... сильное преимущество и более важный замес, если учесть, что погибает Фурион, который первая позиция, которая топ-2 на Творс на карте, погибает Легионка, очередная дуэль и очередная дуэль в минус. То есть, ну ладно, она еще не проигрывает ее, так что бывают ситуации похуже. Но первые дуэли для Легионки с линии, где у нее был, в принципе, хороший фарм, они очень важны, потому что... дальше, вот я говорю, когда у Легионки там первые дуэли выиграны, не знаю, условно, на 15-16 минуте каких-нибудь хотя бы 3 дуэли у нее есть, можно уже потом убивать соло-героев. Если с поддержкой, то вообще замечательно. Даже набрасываться на таких самых Air Spirit'ов, например, она сможет уже в соло убить хорошим уровнем. Здесь Легионки 9 уровень, там выиграла дуэли, и там Air Spirit'а точно урона должна хватать. Особенно в какой-то ситуации, где он еще немножко прохорашенный, условно, залетает у Тафуриона, прыгает Легионка. Достаточно легкая в реализации схема. И вот нападение на Легионку. Бэтрайдер лассо в кулдауне. В принципе, я даже не знаю, они бы, наверное, не тратили это самое лассо, так как вчетвером пришли. А вот это нападение от Клокверка, оно достаточно ситуативное. Ну, ПЛ здесь, оно еще как-то понятно, но под Меледиктом уже находится Клокверк. И Эрспирит раздемажил неплохо. Клокверк они точно заберут. Пытается выйти. Молния проходит, добивает Эрспирита. Но посмотрите, опять же, какой размен одного Эрспирита в итоге на Клокверка, Винтервиверну и Легионку. Согласитесь, звучит неплохо. Но на этом еще не останавливается. Под Аркей Нугана
Эмбер Спирит, пытается что-то сделать с Фурионом. Фуриона здесь заберут в любом случае. Бэтрайдер погибает. Ну, а вот теперь следующая цель ПЛ. И в итоге это размен гораздо лучше, чем казался на первый взгляд. Опять же, для Business Associates. То есть, они теряют двух саппортов и хардлайнера, но забирает всю вражескую команду. То есть у нас как раз Лон Друид и Эмбер Спирит с этого замеса вносят очень-очень много всего. Смотрим, что на этой карте Лон Друид играет более активно, то есть он тоже там помогает своей команде, участвует в каких-то замесах, ну, может, не так активно, как, возможно, хотелось бы, но он играет примерно как стандартный кэрри. То есть у него статистика 2-0-1 на 17-й минуте из 15 врагов. Не так плохо, как могло быть, если учесть, что еще он очень хорош в пуше, дальше он собирает себе Radiance. И вот ульта Винтер Виверны пошла. Очень-очень хорошая ульта, когда пятерка практически в соло убивает первую позицию. Ну, Винтер Виверна — это идеальный пик против Лон Друида. Конечно, будут за эту Винтер Виверну, за эту ульту Винтер Виверны мстить всеми мстями, которыми возможно, убивать героев Клокверка и Винтер Виверна. И Легионку, троих за Лон Друида. Не сказать, что прям таки идеально, потому что первая смерть для Лон Друида. Но если они подкрепят это все еще тавером, думаю, что Му не будет в особой обиде. Ветроверно прилетает. Очень хороший пик. Верхнюю башню сил света атакуют. Ну, согласитесь, какой еще саппорт может вот такое сотворить? Силы света. Это еще Лон Друида не так много артефактов. А если бы там словно еще плюс любой, наверное, слот башер какой-то там. Или что-то еще. Но здесь башер может появиться позже. Но кто знает, пока у нас Радик. Ну, возможно, какая-то кераса. Самое интересное, как сейчас будут собирать Лон Друида. Кстати, у меня в Америке Лон Друид был, по-моему, не через Радик. Там был у меня вот урон. Дезолятор у меня брали. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ой, еще интересно, что ПЛ... Я, кстати, была практически уверена, что ПЛ будет собирать первым артефактом просто Мантастайл, а потом Диффуза. А здесь он собрал просто Яжу. Так делают многие, но сейчас объясню, почему я так думала. Сбрасывают различные сайленсы, плюс это достаточно приятная вещь, ну, там, чтобы чайны там, и... О, кстати, еще очень здорово же против корней. Когда забыла про этот момент. Так, у нас нападение на Бэтрайдера. Бэтрайдера убили. Вич-доктор очень неплохо раздамажила Легионку. Она уже в замес не вернется. Вернется она только в таверну. И опять же, за одного героя забирают троих. Супер невыгодные размены себе позволяют без кост. Но здесь Легионка опять же не выиграла дуэль. И уже я не понимаю, когда у нее... Наконец-то вот коготь, чуть побольше урона, но тем не менее, тут герои все-таки достаточно плотные. Лундруид. С философским камнем. Верхнюю башню сил света атакуют. Золото капает. Силы света капает и капает. Свои сооружения. Но, тем не менее, от Фантом Лансера он все равно отстает на 1000 по золоту. ПЛ пока погибал 2 раза. Лундруид 1. Но ПЛ лица фармит, нам сказать, чуть бы быстрее. Верхняя плюс ПЛ он не пушит тавура. Он... по большей части только занимается фармом, а вот как раз Лон Друид, он перетягивался и в мид, и вот на топ товара ломать, и так далее. Здесь у нас нападение на Фуриона. Кстати, размен забирают Бэтрайдера, но Бэтрайдер на товар смотрим 8000, Фурион 10. Так что своеобразно. Хотя еще можно сделать ремарку, что здесь Бэтрайдер забирает Крислак, а здесь Пэл. Очень важно, чтобы Пэл какие-то фраги получал, чтобы его нетворс и скорость фарма была побольше, чем у Лон Друида. Потому что у Лон Друида очень скоро еще появится Радик ко всему этому. Еще нашли у нас Клокверка. Фир забирает фраг, опять же, через Десвард. Еще, кстати, важный момент. Очень редкое решение сейчас на саппорте пятой позиции. Я бы даже сказала, за последнее время я это решение вижу первый раз. Это Мека на пятерке. То есть он собирает не Глиммер Кейп, не Форстап, а он собирает Меку. И вот
с одной стороны, я бы сказала, что это очень здорово, а вот с другой стороны, у нас против Вич-Доктора играет Клокверк. И Форстафа нет. Так что тут уж сами смотрите. Кому понравится, кому не понравится. Мега сделала его плотнее. Это явно плюс и на команду артефакт. Но Форстаф это тоже артефакт, на самом деле, на команду. И плюс он очень хорош против Клокверка. Ты этот артефакт не можешь игнорировать, когда играешь против этого героя. Как ты стараешься не игнорировать Алибарду, когда играешь против Урсы. Амбер, кстати, отказался от юлов. Он... А, еще я хотела вам показать Фуриона этой билд через молнии и БКБ. Урон, плотность. Не отказывайся. Бэтрайдер делает телепорт на топ. 3000 для 22 минуты сооружение. Совсем небольшое преимущество. Появляется Рейденс, летит Фурион. Очень раскрашен у нас Клокверк. Эмпер Спирит пытается зонить. Винтер верно дает не очень хороший Винтерскерс. Ну и просто Эмпер Спирита пытаются зафокусить. Легионка дала дуэль, но Эмбер Спирит очень долго живет, и в итоге у нас должны здесь замес бизнес с Шейдс проводить очень уверенный для себя. Что же пошло не так в этом замесе? Ну, для начала я даже не про Рэдианс буду говорить, там, про тайминги Радика, это, в принципе, не настолько важно. Тут еще дело в том, что они подкрепят этот замес Рошаном. Так что же пошло не так? Ну, вот как раз Winter's Curse и ульта Легионки. Зачем было утить Winter Spirit? Они хотели потом его убить, я так понимаю. Они потратили все, две самых важных кнопки, которые на данный момент есть у Best Calls, чтобы убить Эмбера. Эмбера убить не получилось. В это время все остальные дрались. И, соответственно, очень неловко вышло. Думала, честно говоря, будет постоянно тратить Мидерскерс на Лондруида. Оно в той ситуации, в которой находилось, даже и зонить его не особо нужно было. Очень странно. Пик Винтервиверны хороший был. Она отлично видела, как она много урона наносит медведям, и как вот по мишке заходили ультимейты. Один раз практически убила, второй раз благодаря ультимейту получилось убить. Но вот сейчас как-то что-то пошло не так. Опять же, 8 тысяч, вот я только буквально, наверное, 2 минуты назад говорила о том, что разница в нетворсах есть, но посмотрите, нам 3 тысячи преимуществ, это немного. Винтерскерс откатился, опять же, Вич-Доктора для того, чтобы отсонить, Винтерверна очень-очень покоцана, и Спирит Весел, тут слишком легко. Фир, Киллинг Спри, ну и Этернал Энеми также продолжает убивать. Я бы сказала, очень уверенно, на самом деле, действует у нас сейчас бизнес Associates. Посмотрите, как далеко идет Eternal Enemy. Идет дальше и за Легионкой. Слишком далеко, не правда ли? Но хотят убить Легионку. Я не знаю, что эта Легионка им сделала. Мало того, что они Легионку убьют, так еще и Клокверка, который на помощь пришел этой Легионке. Максимально... уверенно, я уже говорила про это, но агрессивно. Эмбер Спирит, конечно, мог себе позволить, потому что у него была Егис. В принципе, Аганим. Это временно, ты просто... Там все так понятно. Теперь ПЛ. Теперь вот самый важный герой, который есть у Best Calls, на которого набрасывается. У него мат оставил в кулдауне, и Дабликангер тоже в кулдауне. Ну и теперь ПЛ тоже в кулдауне. Притом кулдаун у него достаточно долгий, больше, чем 70 секунд. За 70 секунд, не знаю, пойдут ли они на базу, но думаю, что пару Т2 они снести с Лондруидом вполне могут. Дальше смотрим по айтем-билду после Радика. Как раз говорила про Кирасу, опять же. Отличное решение по нетворсам, прям огромный скачок. Это опыт. Это кто, процент победы 90%. Ну и золото. Вот, в принципе, вы сами видите этот самый скачок, про который я говорила. Клокверк сбивает, кстати, Вич-Доктору. Он ультимейт. Он под Меледиктом, но думаю, что остановится. Хотя встречает Винтервиверну и Винтерскерс как-нибудь. Позиционка не самая удачная. Хотя отбросить она здесь уже ничего не даст. Корни. Еще и лосо по Легионке. Опять же, лосо по тому, кому нужно.
Essence Ring. Не, здесь слишком. Здесь уже, как бы ПЛ не старался, он такой не перевернет. Слишком хорошие слоты, при том на всех героях. Я уже молчу про даже Бетрайдера, смотрите, с Кримсоном летает. Кримсон, кстати, против иллюзии, отличное решение. Против ментов. Ну, уже ход на ХГ. Ну, на самом деле, Винтервиверна, если тут не сотворит какое-то чудо, я не знаю, ей даже непонятно, кого... Аегис Линкетсферу собирает. Отошли. Кстати, полтавра сломали. Винтервиверна. Чудо не случилось, силы, но хотя бы медведя. 300 золота. В целом, не так-то и плохо. Хотя сейчас, кстати, знают, что нету ульта у Винтервиверны. И вот могли бы перегруппироваться и зайти, на самом деле, на хайграунд. Здесь у нас грифсы на Вичедокторе. 6-4-19 отыгрывает на этой карте Фир. Форстав сам собирает себе Клокверк. После Вичедоктор, кстати, очень нестандартный этой билд. Не знаю, возможно, это уже из-за уверенности победы, но Меку там он собрал не настолько... В принципе, когда они вели 36 секунд минус Клокверк, нападение на Винтервиверну, легионка попыталась подсейвить, но, знаете, здесь, как говорится, чтобы подсейвить эту Винтервиверну, тут Дазл был нужен, и то, не знаю, спасся бы в такой ситуации, спаслась бы Винтервиверна или нет, потому что это ни Абадон бы, ни Дазл, ни... Вивер с таймлапсом агонимным не спас. Ну, вообще, конечно, очень сложно сейчас уже играть. Преимущество 14 тысяч. И посмотрите вот разницу между командами, которые, например, послабее и немного посильнее. Даже я не говорю, что это тир 1 команда. Допустим, это там команда тир 2 уровня. Но условно, когда команда ведет там, 14-15 тысяч, какое давление она оказывает? Иногда вот 20 тысяч, и очень сложно зайти на ХГ. Здесь, хотя вот мы видели, какой был изначально нетворс у Фуриона, он даже сейчас, посмотрите, Эмбер 13-560, у него 13-300, то есть разница в 300 золота. Это очень небольшая разница. Смотрим на Пэла и Лондруида, и там тоже небольшая разница. Но потом смотрим на Батрайдера и Легионку, и там в два раза. Бетрайдер очень много на этой карте сделал. Думаю, максимально 12-4-16. То есть он поучаствовал. Регенерация. Практически в 30 фрагах. Простите. Горло. Чтобы преподать им урок. Нападение на Фуриона. БКБ он, конечно, успел подрубить, но... Сколько БКБ? Успеет или нет? Да, успевает. Успевает. БКБ пока длится слишком долго для того, чтобы за БКБ его убить. Тем более там с Бетрайдер особо, с Эрспиритом. Там Эрспиритом даже с руки его не побили. Не смогли бы. Плюс он плотный. Честно говоря, все игры практически сегодня башню сил света атакуют. Идут под диктовку при какой-то команды. По большей части, там, в начале еще какой-то есть, вот даже на этой карте там 3000, вроде бы небольшое преимущество, но тем не менее. Так, у нас на Бетрайдер нападение, Винтерс Кёрс, Клокверк пытается уйти, у него, кстати, возможно, это получится, но вот нет, все-таки добивают, справляется у нас с Этернал Энеми.
Мишка за Легионкой, вкатывает Сэр Спирит и на Фуриона. Фурион, помните, не так давно тратил БКБ. БКБ у него... А, нет, сейчас откатилось, было БКБ в замесе. Было теперь на ПЛ. ПЛ. Нет. Вроде бы и, опять же, Air Spirit подкоцанный, Вич-Доктор подкоцанный, Бэтрайдера тоже неплохо размяли, но добить не получается. Не хватает. Лундруид, кстати, собирает себе еще и БФ. И он Калибарта. Я думала, что дождутся Business Associates захода на Рошан. На Рошана. Но как-то слишком много. Нападение на Легионку. Сетка. Легионка пытается как-то на развороте подраться. Размяли. Дальше Эмпер не очень хочет идти. Winter's Curse. Не самый удачный. Просто по Вич-Доктору, который под хилом. И вот минус первая сторона. Плюс грифсы от Вич-Доктора. И лассо на Легионку. На развороте. Подхил от Виктории Верной. Не особо здесь спасет. Во-первых, она под Спирит Весселом. Ну, во-вторых, здесь на самом деле не так много шансов у нее как-то было выжить. Команда была далековато. Winter's Curse уже был потрачен. Клокверк влетает на Лондруида. Лондруида зажимают. Но ПЛ предпочитает бить у нас Вич-Доктора. Дуэль. Опять же, просто зонят Лондруида. И слишком легко. Минус Винтервиверна. Минус Легионка. Минус Клокверк. Лондруид, как вы понимаете, там по ХП вообще не просел. То есть изначально на него и Клокверк улетел. Легионка попыталась зонить Лондруида. Смысла в этом я не знаю какого. В плане именно самого медведя. Good game был played. Казалось бы, начало было достаточно равное. Ну, не сказать, что прям какая-то там команда слишком сильно вела. То есть 3000, опять же, очень долго это преимущество было на одном месте. Но один замес и размены, конечно же, которые происходили. То есть 1-3, 1-3, при том постоянные 1-3, даже которые, в принципе, можно было назвать более-менее неплохим, когда они смогли убить Лондруида один раз, где разменяли его на трех героев. Но по большей части уже было понятно, что постоянно без ты... невыгодной для себя ситуации, хотя по линиям, опять же, все было не так печально и фатально. Что же, это была первая карта, у нас еще есть вторая, пока музыкальная пауза и небольшой перерыв. Я напишу, когда игра начнется.